Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин! Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому! Ой, да-да-да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. А товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Зажмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Токсись, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать.